крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Чин освящения часовни в честь мученика Федора Тирана совершил епископ Меликесский Чердаклинский Диодор. Небольшую деревянную часовню по благословению владыки возвели на территории нового военно-исторического парка. И это проект атамана городского казачьего общества. Православная вера всегда была духовной основой казачества. Как только казаки приходили на новое место, прежде чем закладывать хутор, станицу, обязательно стан какой-то, обязательно ставили часовенку, ставили часовенки на перекрестках дорог, потому что казаки – это по определению воины Христовы. Храм получил название в честь святого великомученика Федора Тирана, конечно, не случайно. Как известно из его жития, был воином императора и за свою веру во Христа, глубокую, искреннюю, горячую, претерпел много мучений, был обезглавлен и издревле, как при жизни своей, будучи воином, издревле он и до сих пор считается покровителем всех воинов. Казачество всегда было на защите православной веры и границ Отечества. Напомним, что в военно-историческом парке Меликесский гарнизон будут проводить занятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе для димитровградских кадетов. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.